Улыбки, восторженные взгляды, ожидание чуда. Это оригинальное представление ребята хотели увидеть с большим нетерпением. В Одинцово привезли морских обитателей, чтобы показать оригинальное представление и подарить радость особенным детям. У нас в программе принимают участие два черноморских дельфина. Это Афалина, мальчик и девочка. Зовут их Диди и Зевс. И также морской котик. Зовут его Рокки. Тренера у нас Максим Рандин, Анатолий Нагибин. Ребята достаточно опытные. Дело свое знают на отлично. В специальном бассейне диаметром 16 метров, наполненном соленой водой, Диди и Зевсу комфортно. Для них созданы все необходимые условия, чтобы радовать гостей своими трюками. У нас круглосуточно работают тепловые пушки, вот они перед вами. Круглосуточно отапливается вода, без этого никак. То есть, в первую очередь, это наша забота о животных. То есть, все делается так, как положено. Даже объем воды в бассейне, он превышает минимальный, так сказать, объем для содержания одного дельфина. Он намного больше. Морское шоу длилось около часа. Оно оказалось не только ярким и интересным, но еще наполненным истинной дружбой между животными и людьми. Всего на шоу дельфинов было выделено 540 билетов для ребят с особенностями развития. Зал был полон, а улыбки не сходили с детских лиц. Это очень замечательный подарок от главы нашим ребятам, потому что не каждый может выехать в Москву, а здесь действительно может каждый пообщаться с дельфином. Благотворительное представление не оставило никого равнодушным. Гости спешили поделиться своими впечатлениями. У меня сын в восторге просто, и он даже сказал, что он хочет стать дрессировщиком дельфинов. Это детей объединяет, много положительных, позитивных эмоций. Понравилось, как они прыгали. Вообще они, даже слов нету. Рисование картин, пение дельфинов, смелые трюки, а главная атмосфера добра и позитива запомнится ребятам надолго. Анна Пряхина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».